Наш прадед Григорий Николаевич родился 25 мая 1914 года. Умер 24 мая 1995 года. Начал войну в Харьковской области, как только ему исполнилось 18 лет. Прошел всю войну, получил много орденов и медалей. Прадедушка участвовал в прорыве блокады Ленинграда. И, как отмечает донесение, проявил себя стойко и храбро, за что позже получил орден Красной Звезды. Дальше отряд дедушки был перебросен на север, чтобы освободить укрепленный населенный пункт Сусунные Блоки. И как только схватка была выиграна, то прадедушка снова возглавил свой батальон, готовился к операции, выборской операции. Там он получил второй орден. Орден Великой Отечественной войны. Второй степени. Третий свой орден Суворова третьей степени. Он получил, когда воевал в боях у Хасейдорфа. И последний, четвертый орден Красного Знамени, он получил в самой важной схватке у Берлина. Закончил войну в звании майора. Мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь. Мы помним и гордимся им.